самая ее, наверное, известная песня «Девушка из харчевни». Ну, все помните ее, да? Это про плащ, про гвоздь на стене и так далее. И как так получилось неожиданно, что у меня именно в это время появился ответ. Буквально на следующий день после ее смерти. А эпиграф «Любви моей ты боялся зря». Я не боялся, это мужской ответ. Я не боялся твоей любви, я долго ее искал, отблеск ее на равнинах ловил, высматривал между скал. Много скитался, не пил, не ел, ты где-то меня в это время ждала. Еще никогда я так не хотел собственного угла. Я не боялся твоей любви, ни рек, ни пустынь, ни чащ. А как настало время дождей, вспомнил про старый плащ. Он в старой таверне висел давно, и я однажды вернулся за ним. И долго кто-то смотрел в окно, как шел я ветром гоним. Я так мечтал о твоей любви, о том, как мы заживем, о том, как нас небо благословит, как вместе построим дом. Но вспоминал иногда чей-то плач, и я торопливый и мрачный гость. Прежде чем снять и повесить плащ, в стену вбиваю гвоздь. Любви твоей не боялся я, просто такой зигзаг. Мне не хотелось найти тебя, было неплохо и так. Легка и пуста моя голова, мечты о любви меня дальше несут. А впрочем, наверное, ты права, боялся, и в этом суть. Олег, а можно еще не так я страшно люблю. Можно, да, много всего тут. Так, стишок перед следующей песней.